Партнер проекта Astra Channel – магазин оптических приборов «Планетарий». Адрес сайта – planetarium.ru. «Молния наука» – самые актуальные и быстрые новости науки, технологий и бизнеса. Космический аппарат «Рассвет», который сейчас приближается к Церере, получил фотографии белого пятна на поверхности этой карликовой планеты. Впервые предположение о его существовании ученые сделали в 2004 году, когда были получены снимки на космическом телескопе Хаббла. Сейчас же реалистичность этого пятна полностью подтверждена. Вот только что это на самом деле, ученые по-прежнему не знают. Пока есть только предположение. Это может быть криовулкан, который извергает воду, гейзеры, большой кратер или что-то еще. По современным представлениям, поверхность Цереры, вероятно, состоит из смеси водяного льда и различных гидратированных минералов, таких как карбонаты и глины. Как предполагается, она имеет каменное ядро и ледяную мантию, и даже, возможно, содержит океаны жидкой воды под поверхностью. Год назад телескоп Гершель обнаружил водяной пар вокруг этой карликовой планеты. Церера находится в поясе астероидов и является там крупнейшим объектом. Ее диаметр около 950 километров. Открыта эта карликовая планета была 1 января 1801 года. Подробно изучить этот интересный объект Солнечной системы должен космический аппарат «Рассвет». В марте 2015 года он выйдет на орбиту Цереры и проработает там до начала 2016 года. Возможно, в ходе исследования аппарат «Рассвет» даст точный ответ о природе белого пятна на Церере.